стою в хлебный магазин, смотрите, какие красивые цветочки. Просто шикарные, такие нежные-нежные. Беленькие-беленькие. Ха-ха, такие красивые. Путрехи, где влепишь ты нифи? Айде. Я со. Путу я их из тавтой до пера. Автой до до до. Салагиш Василич. Кита пифиро, Санагиш Василич ли ой хи? Лига кети, трак 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 на их омур хвай. Влепишь ты нифи? Что не живола? Та лулуди е урео китавта, едно пара полюра. Так, всем привет, я приехали домой, сейчас Вась приедет. Здесь переработка. Приедет Вась, приехал, он уже приехал, видите. И я буду готовить сейчас рыбу. Он сейчас занесет мне все, что я купила. Начнем новый влог сегодня. Мы пили кофе, нам некогда было, бегом все, побежали на рынок, бежали в город к врачу, купились. Давайте, что купила? 4 евро заплатила я за хлеб. Вот за такой 2 штуки. И вот за таких 2. Мне написали сушки. Сушки девочки мне русские написали. Как в России они называются. Баранки, сушки. Не баранки, сушки, наверное. Вот таких 2 штуки очень вкусных. Таких с усами. Вкусных-вкусных. Сейчас Вася принесет мне покупки с рынка. Я вам покажу, что я купила на рынке. Сколько вкусности, сколько всего и всего остального. Очень вкусно. Привет. Скажешь всем привет. Привет. Он ездил за моим лекарством. У меня там белье собрала с балкона. Надо будет. Так, это картошка. Картошка, вы видели, сколько стоит в прошлом видео. Наверное, 75 центов. Вот. Купили одну, купили на гостинице в деревню. Я ее сейчас отложу, а этот уберу куда надо. Подарок мне, когда мы заезжали в прошлом видео в аптеку, дали маску в подарок. Маски вот эти, вот сколько здесь штук, я не знаю. 50 штук, вот. Дали в подарок к тем уколам, люди, которые получают в государстве, ну, вот в этой страховой компании, в нашей ИКО. Смотрите в прошлом видео, которое я ставлю в ссылочку в правом верхнем углу, где мы в город ездили сейчас, сегодня, перед этим видео. Дают бесплатно в подарок тем людям, которые застрахованы в нашей компании ИКО. Вот. Дали мне в подарок. Я купила еды сегодня на 9,5 евро в магазине. Вот, 9,5 евро. Сколько чего стоит? Вот это стоит 50 центов, точно помню. Это чеснок с хлебом. Называется шкурдаля в Греции. И салат. Патата-салата. Патата – это вот такая вот бадья очень вкусного салата. Салат с картошки. Вот такой салат, очень вкусный, и шкурдаля, и кальмары. Пососу кальмары жареные, он их очень любит, здесь кальмарочки жареные. Давайте их здесь ставим, пакет уберем на пол, потом на полу все уберем. Сейчас Вайус принесет. Так, лук я купила, лук стоит, кажется, 80 центов, он вот здесь вот у меня. Я купила и красный, и желтый. Разный такой лучок, у меня кончается мой, я туда добавлю, где у меня мой лук. Вот. Лук в Греции очень вкусный, свежий. Они сами себе выращивают, колхозники, и продают. Я купила себе 2 вида. У меня же все, как я открываю пакет, у меня сразу сопли, слюни и все остальное, и все уже вытекает. Вот такой лютос называется. Вот этот вот старый. Вот такой вот он. Вот такой вид, да? И вот такой вот новый. Это итальянский, кажется. Вот. Кубишь это, кубишь это. Да, 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 да. Здесь так. Это лютоши, да? Здесь у меня яблоки разных видов, разных сортов. Очень вкусные. Вот такие яблоки. Вот такие мелоны. Я купила себе опять вот такой сорт, который я люблю. И вот такой вот желтый. По 2 штуки всего лишь. Вот. Таких 2 и таких 2. Остальное Вайс. Вот эти кислые. Вот этот кислый сорт. Тоже 2 штуки. И вот эти вот я купила Вайс. Вот это вкусный сорт. Желтые яблоки. Все стоят по 1 евро. И такие вот поменьше. Вот эти вот 80 центов. Вот яблочки. В прошлый раз вот столечко осталось.
Вот они. Там белье надо собирать, это самое, складывать его. Вчера вечером сняла с балкона и не... шкаф еще не определила. Здесь капусточка. 80 центов мне написали. Ой, капуста дорогая. Конечно, дорогая, говорит, капуста. Свежайшая, свежак. Они сами выращивают. Это наши друзья. Ее муж работал с Ваюсом раньше, а потом занялся сельским хозяйством. Ушел с той тяжелой работы. И вот они выращивают капусточку. Здесь фасоль. 3,5 евро за кило. Вот этот пакетик. В другом месте, где вы видели, там продается дороже. Вот такой вот такая фасоль. Я потом ее сварю. Я люблю фасоль с томатом. Очень вкусно вообще. Или в общем. Здесь маруль. Салат делается маруль и салат. Вот этот вот салат лиственный. Делается вот свежий, с этим свежим луком. Лук стоит 50 центов. Марулька вот это вот 1 евро. 2 штуки она нам дала. Ну это Лена. Наша Лена. Наши друзья. Здесь вот тоже этот самый. Два вида капусты. Вот такая вот я это тоже сварю. Костас у меня ее очень любит. Вот эту капусту. И вот эту тоже капусту Костас любит. И морковка. Морковка за все вместе. Морковка. Вот эта капуста. Вот это вот салат. И вот эта вот капуста. Отдали мы 4 евро. 50 центов лук я отдельно покупала. Так. Каштаны стоят 2,5 евро. У той женщины, у которой же покупали яблоки. И вот этот лотос. Вот они, каштаны. Я уже наелась их, мы тогда их сварили. Я их уже наелась, как-то уже больше не хочу. Хочется вначале за мама, а потом уже как-то перехочется. Потом, да, надо смазать сакуля, астукату. Я выбросила пакет, он его взял, пинает. Вот такие вот покупки сейчас. Я сейчас буду кушать, варить, я сейчас буду рыбу делать. Рыба у меня уже в холодильнике. Девочки, мальчики, но вначале я наемся вот этого вкусняшку. Вот эту вот вкусняшку я вначале наемся. И буду варить, кушать. Девочки, мальчики, вкуснейший. Лютош называется в Греции. Ну, по-вашему, каки, наверное. Вот так вот. Вот такие вот вещи. Оставайтесь, будем варить, делать рыбу. Будем делать паламида, называется рыба. Будем делать в духовке ее. И как раз у нас вот овощи. Будет салатик вот такой вот. Салатик с капустой. Я всю капусту сварю, потому что мы ее все с маслечком, с лимоном. Лимоны наши деревенские. Не смотрите, они вот такие вот с дерева. Вот такие вот они. Такие лимончики. Это корочка такая у него. Не грязный он. Вот. С лимоном, с маслом. Это просто сказка будет. Рыба с капустой. Капусточку сейчас выгрузила всю машину стиральную. Ой, стиральную, мощную посудомойку. Так выгрузила и поставила сюда уже вариться капусточку нашу. Сказка. Сказка, сказка, девочки, мальчики, сказка. Заберем тарелки кверху. Ой. Это сюда. И будем готовить сейчас рыбу. Сейчас ее почистим. Мы ее будем готовить в духовке. Такой бол у меня есть здесь. Я здесь выложила наши каки. Лютош. И пускай это варится. Давайте покажем рыбу. Вот это вот называется паламида. 3 евро на рынке. Штука. Не килограмм, а штука. По 3 евро. И это называется... После гитыбаю псари. Пали. Ойхи паламида, туал, кулёш, кулёш. Как скумбрия. Кулёш, это вот тут у нас пойманная свежая рыбка. Как скумбрия. Но у неё чуть-чуть другие полоски, она чуть-чуть отличается от неё, от нашей скумбрии. Слушайте, вкуснейшая. Давайте мы вот эту сейчас почистим. Будем делать в духовке. Самым простейшим способом, но зато будет очень вкусное. Если вы найдете себе такие рыбки, делайте, пожалуйста, такую же. Вот эту я не буду всю делать, я туда эту коробку добавлю сейчас. А эти три оставлю Вайсу на потом как-нибудь. Потом сделаю. Они очень большие такие, знаете, вот. Приличные. Их тоже 3 штучки потом можно будет сделать. Я их, конечно, почищу, но потом. Вначале я сделаю, почищу вот эту рыбу, которую буду готовить. Так, вот пакет вонючкиный. У меня внизу кот заболел, девочки, мальчики. Кашляет. Я сегодня его вышла кормить утром. Он спал прямо на капоте. Там у нас на капоте. Сейчас покажу. Ну все, найду что-то, что сказать вам. У нас там Ваюс постелил, стелит тряпочки, видите, накрывает бобризи, чтобы не, опять не испортились нам. Цветет мужмала.
И кот спал прям там, закутался в эти. Потом он утром пошел, когда Коста в школу, он там спрыгнул. И я говорю, кот там, да, говорю. Пошла кормить его, он кашляет. Я говорю, ты что кашляешь? Но он в руки не дается, девочки, мальчики. Вы не думайте, что я его там поймаю и отведу куда-то к врачу. Или ни за что в руки не дается, ни за какие ковришки. Вот. Там мусор не смотрите. И будем чистить рыбу. Не знаю, что делать с котом. Он, конечно, нас любит, знает. Дала своему зятю это самое распоряжение, чтобы он ему сделал домик. Помните, мы здесь снимали все вот эти окна? Он мне сделал, я там потом покажу вам, что он мне сделал. И я ему говорю, давай, сделай мне домик для кота. Для кота. Я говорю, туда постелю тряпочки, пускай он будет там спать. Ну вот, завтра, может быть, послезавтра сделает. Вот такие вот дела. Готовим рыбу, чистим ее всю, вынимаем потроха, вынимаем жабры здесь и здесь, и потом дальше будем делать. Мальчики, у меня работает вытяжка, потому что варится капусточка. Паламиду мы почистили. Такая вот она у меня здоровая, она даже сюда не влазит. Две луковички я нарезала. Чесночок чуть-чуть. Ну, чуть-чуть надо побольше, я люблю побольше. Бывает слишком мало послежа. А так я постелила туда вниз лук и чеснок. Чеснок давайте сюда вот засунем в рыбину в одну, туда вот вовнутрь. Что-то там у меня лазит. А, он мне открывает этот самый банку с томатом. Почему? Потому что вот этот вот лук не выкладываю сверху, потому что из него будет сальца. Сейчас залью это томатом. Эля. Ох, я пану, что псария. И не она мяса. Ноги нет сальца. На. Кидо. Кидо, 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 кидо. Уре, уре, уре. В тане. Так, ну вот полбаночки. Вот это итальянское у меня сальца. Такое вкусное. Веро итальяно. Венесио Италия. Настоящее итальянское. Так, маслечко. Ладаки. Не, ладаки киреваю, ладаки. Лади. Киреваю лади. Масло. Ке, стопсигио, эхом орегано. И в этот орегано, оригани. И до стопсигио, фреску. Орегано, которую собирал, вау, сейчас будем посыпать орегано. Так, конечно, надо включить духовку. Вот, включаем духовку. Включили духовку, на, сверху, не. Ке аладаки. Алатаки анфельский, кокину пупири анфес, тани в тани, в тани орегано. Так, все. Орегано. Не, алатфиля пану легаки. Это, знаете, да, ригань? Орегано, наша любимая. Собирал. Слушайте, такой запах. Домашний наш орегано. Давай, посолим. У меня уже все. Уже началось слюноотделение и все остальное. Вот это еще уже сварилось. Сейчас можно уже есть это все дело. В тане валисты фурну. А, чуть-чуть водички. Чуть-чуть совсем водички, потому что это даст воды. Чуть-чуть воды. В баночке у меня было остался, я чуть-чуть развелась водичкой и вот сюда добавила все. Вот столечко, потому что рыбка сама даст нам водичку и лук. Все, вот это вот засыпаем. Но если уже какая-то приправа, там перец, еще что-то, можете добавлять. Давай, Эля, без мяса. Ой, хиси, псарья. Место фурну, форму псарья. Оп, все. На 200 градусов у меня включена духовка. И остаемся жарить. Убираем все здесь, моем, чистим. Хотя здесь у меня чисто все. Вот. Это ложкой он открывал крышку, плюп сделал. И вот так вот. Попробуем кальмарчики. С дукимажами. Мы уже наелись. Как и ставился. Попробуем кальмаров жареных, которые нам дали. Лимон здесь. О, смотрите, что. Нормально, смотрите как. Ням-ням. В прошлый раз больше нам накладывали. Это что-то меньше. Ну ладно, ничего страшного. Я так пойду дочищать рыбу, убирать все. У меня еще 3 штучки осталось. Вот у меня здесь осталось, я взяла, чуть-чуть промыла и залила туда водички. Вот. Я сейчас это дело все вымою. Хорошенечко. Баночки сохраню. На всякий случай.
пригодятся. Это я жую кальмара. Вот. Такие вот дела. Потом это все выкину. Рыбу почищу. Давай. Закрывайся. Потом я тебя вымою. Это тоже потом вымою. Вот так вот. А сейчас рыбу буду чистить. Я уберу в морозилку. Потому что все это не скестся за один раз. Рыбка классная. Называется кулёш. Кому еще раз? Видите, как она переливается. Свежайшая. Когда у рыбы глаза не красные, значит, она свежая. Когда только начинает краснеть глаза, наливаться все вот эта голова кровью, это будет значить, что она не свежая, кто хочет покупать рыбу. Вот такие вот режьте. Ладно. Все, капусточка сварилась. Рыбка тоже уже выключила я ее. Где-то она была минут, наверное, 45 в духовке. Ну, как у вас пекет духовка, смотрите, как оно у вас будет готово. Сальце там тоже. Почему делаю с сальцем? Знаете, почему греки любят, очень любят хлеб макать в сальце. Там было масло, сальце. И вот туда хлеб макают и кушают. Поэтому греки любят вот это вот сальце. Эля, баю, гальто. Сейчас Ваюс вытащит. А я тут с камерой трескаю. Давай. Я сейчас буду. Буду снимать. Кулебами сосальца. Вот. Оп. Сальца. Плавает вкрыт в сальце. Подата эхуме. У нас есть, он говорит, надо было картошку поставить. Говорит, какие-то ты урео, какие-то. О, ты то дод я их. Смотрите, что там. Какая вкусная. Соль здесь запеклась, видите? Давайте. Все, нам приятного аппетита. Поэтому я говорю, греки очень любят макать хлеб вот в это сальце. Это очень вкусный сок такой. Луково-чесночный, томатный. Ой, у меня аж прям все нюхните. Капусточка с рыбкой. Это самая вкусная вещь. Еще рыбу кушают очень вкусно со свеклой. Салат со свеклы. Чеснок, свекла и масло. Я делала вам уже, показывала вам уже. У меня есть в других видео. Всем пока. Нам приятного аппетита и увидимся. Лимон, масло оливковое и вареная капуста, рыба. Ой, вкусностенька какая. Потата салата, кальмары. Девочки, приятного нам аппетита. Праздничный стол такой. Вкуснятина. Соль здесь, кто хочет соль, так кушает соль. Здесь еще есть вот... Шкодаля. У меня уже слюнки текут.